4 ноября Россия отметила праздник «День народного единства и согласия». На главной площади столицы Бурятии патриотической музыкой горожан встретил муниципальный духовой оркестр, который открыл митинг. Свое приветственное слово сказали первые лица Бурятии. Дата 4 ноября позволяет каждому улан-удэнцу, на каком бы языке он ни говорил, какую бы веру ни исповедовал, почувствовать себя частью огромной страны, с которой связана его жизнь и жизнь его родных и близких. Единение ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, единение ради формирования мощного и достойного государства, в котором должны жить наши дети. Этот праздник еще молод, это его 9-я годовщина. День народного единства олицетворяет патриотизм и объединение общих целей. Сегодня это не просто героическое прошлое нашей страны. Этот праздник – напоминание о том, что несмотря на национальность, на вероисповедание, на партийную принадлежность, мы – единый народ. Митинг завершился праздничным концертом с участием известных коллективов в Бурятии, который изрядно порадовал горожан и поднял всем настроение. Мария Колычева, Даниил Дурхисанов. Новости дня.